Приветствую вас на канале Юра Плей. Давайте-ка поиграем в игру под названием Geometry Dash. Пройдем первый уровень. Интересно, получится мне его пройти с первой попытки и собрать все три звезды. Ну что ж, надо пробовать. Кстати, если на этой заставке кликать по вот этим фигуркам, которые перемещаются, можно что-то получить. Так, ну что, название мы уже взяли, Юра Плей. Возьмем вот этот кубик. Зеленый кубик с глазками. И такая нейтральная, знаете, улыбочка. Мы начинаем с нуля, у нас ничего нету. Вот, смотрите, вообще ничего. Надо приступать. Первый уровень. Поехали. Игра настолько проста в управлении, что достаточно только нажимать одну кнопку. Это левую кнопку мыши. Кстати, третью звезду на этом уровне найти довольно-таки сложно. Она очень хорошо запрятана. Также поначалу, играя в эту игру, очень сложно привыкнуть, так как все очень быстро передвигается. Глаза разбегаются от того, что все так быстро передвигается. Вот мы уже летим на супер-мега-ракете. Вот здесь можно передохнуть. Первая звездочка. Отлично. На шипы не надо наступать. Очень больно. Наш кубик очень сильно боится этих шипов. А вот и вторая звезда. Вот здесь надо чуть-чуть подождать было. И потом только перепрыгнуть. И вот здесь секретная третья звезда. Вуаля! Первый уровень пройден. С первой попытки и собрав все три звезды. Благодарю за просмотр этого видео. С вами был Юрок. Оставайтесь на канале Юроплей. Ждите новых видео и до новых встреч.